Катар отказался выполнять требования арабских стран, ранее разорвавших с ним дипломатические отношения. Доха предложила пересмотреть 13 условий, выдвинутых Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном для разрешения дипломатического кризиса. Напомню, на выполнение этих требований Катару дали 10 дней. Партнер по Союзу сотрудничества государств Персидского залива предлагает Газовому Эмирату отказаться от поддержки террористических группировок, разорвать отношения с Ираном, закрыть военную базу в Турции на своей территории и канал Аль-Джазира. Глава катарского МИД назвал эти условия нереалистичными, а наложенные на страну санкции незаконными и нарушающими ее суверенитет. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в свою очередь заявил, что Союз сотрудничества государств Персидского залива не собирается прибегать к военным мерам, если Катар откажется выполнить выдвинутые требования. По его словам, союзники добиваются не смены катарского руководства, а изменения его политического курса, если Доха хочет остаться в организации. Альтернатива – это не эскалация, альтернатива – это разделение, потому что нам очень трудно сохранять коллективное сотрудничество в такой ситуации.